звезда. Вспомни, как горел закат, как кружился листопад. Нам с тобой не так давно вместе было хорошо. Очередной раз в Уфу и убеждаюсь, что здесь живут очень красивые девушки. Девчонки! Ну, наверное, от лица всех мужчин, которые присутствуют здесь, в этом зале, хочется отдельно вам пожелать всего самого-самого хорошего, чтобы так горели глаза. Мы вас очень любим. Все наши подвиги ради вас. Живите долго, живите счастливо, живите любимыми, желанными. Пусть у вас все будет хорошо. И, конечно же, пусть в вашей жизни всегда будут... Цветы! Мужчины. Цветы! Следующую песню вы хорошо знаете в исполнении звездного дуэта Филиппа Киркорова и Маши Распутиной. Наверное, никто, мало кто знает, что эту песню написал я. Сегодня в авторском варианте для всех девчонок «Золотистая роза чайная». Поем! Мы губами прикасаемся.
понимаю, что у нас начинает, так сказать, накаливаться атмосфера. Идет полное взаимопонимание. И хочется уже как-то так ближе спеть. Правильно? Попробуем! Три, четыре! Золотица! Это очень и очень здорово. Я открываю для себя в очередной раз, что в Уфе живут не просто люди, а люди-зажигалки. Мне с вами очень хорошо, и самое главное, мне с вами очень и очень приятно. Да я тебе еще сто раз.
интересно так это получается. Иду к вам, совершаю кругосветку и возвращаюсь на сцену. Иди сюда, иди ко мне. Мужчины смотрят на меня уже опасливо, говорят, а когда будут медленные танцы? Медленные танцы будут, не волнуйтесь. Прямо сейчас и будут, кстати. Потому что иногда хочется отдохнуть вот от этих барабанов. Не надо, ну, это вам не надо, а вон там люди уже горят, ждут. В общем, медленная песня, и именно здесь, без барабанов, можно шепнуть на ушко любимой девушке самые красивые, самые добрые, самые нежные слова, которые так ждет. Да, и в уши, и не сердце. Что ты сделала со мной в городе Уфе? Это прекрасная медленная композиция, звучит для влюбленных и которые хотят влюбиться. Эстраде стали происходить чудеса. Но я активный пользователь интернета, довольно часто бываю в соцсетях, но без перегибов. Так, захожу посмотреть, как обстановка, нормально?
Ну и все на этом. Вот, я стал замечать, что наши великие, большие артисты вот с такими фамилиями, вот с такими большими буквами, вот с такими званиями стали, как бы это помягче сказать, шалить на просторах интернета, ругаться нецензурными словами, да, делать всякие такие вещи, язык не поворачивается, сказать, что начали делать. В общем, я не мог остаться в стороне, и у меня вышел клип на песню «Меня накрыло волной». Никто не видел? Я видела. Ой, слава Богу. И не надо, друзья мои, ни в коем случае. Вот как придете домой, первое, что нужно сделать, ни в коем случае не смотреть этот клип. Это даже не плюс 16, не плюс не 18, это тихий ужас. Потому что это вот реалии того, что тогда было. Вот. Но там смысл заключается в том, что вокруг меня бегает огромное количество людей, которые пытаются меня развести на какие-то такие... Но я кремень. Меня просто так... Да, вот правильно, девушка меня поддерживает. Правильно. Вот, вот, в общем, смысл рассказывать не буду. Главное, что хочу сказать, там во втором куплете показываются ноги. Вот, это не мои ноги, это ноги дублера. А еще хочу пожелать всем, чтобы нас обязательно накрыло волною любви! Песня довольно необычная, честно могу сказать, поэтому очень рассчитываю на вашу поддержку в припеве. Пусть снова где-то идут дожди, снова шумят моря. Без вариантов от судьбы не уйти, мне не забыть тебя. Моя душа по тебе скучает, моя душа по тебе болит. И сердце мое, несмотря на раны, все еще стучит, стучит. Меня накрыло волной, хочу быть только с тобой. Хочу быть ливнем, хочу грозой. Все вместе! Эй! Меня закрыла волной.
часто стали приглашать на разного рода песенные фестивали. И это благодаря тому замечательному факту, в котором я опять сегодня здесь убеждаюсь, что песни любят, песни помнят, а по телевизору не показывают. И поэтому любят, помнят, но когда все это было, уже многие подзабыли. До революции, после революции, да, или когда это все было. И меня, в общем, через какое-то время стали аккуратно приглашать на песенные фестивали «Дискотека 80-х». Хотя, честно скажу, в 80-х я еще в школе учился. Прошло еще сколько-то лет, по радио не крутят, по телевизору не показывают, песни любят, песни помнят, стали аккуратно приглашать на песенные фестивали «Дискотека 70-х». Но когда одна бабушка в Владимирской области поднялась на сцену и сказала: «Кай, как хорошо, что ты приехал в наш город, все мое детство прошло под твои песни», я понял, что некоторые песни из моего репертуара действительно живут у нас с вами на генетическом уровне. Одна из таких песен для вас прямо сейчас. Прям такие суфлеры, подсказчики. Ты расскажи мне, где ты была? Что вы все творили?